С вами Светлана. Сегодня будем обозревать каталог Faberlic номер 1. Думать, куда же нам выгоднее потратить эти купончики. Посмотрим с вами самые вкусные акции предложения. Также поделюсь с вами своими отзывами. Давайте начинать. Хочу обратить ваше внимание, что эти купоны нам дают скидку 50% от черной цены. То есть, это для тех, кто не знает, да, девчонки? Черная цена, вот она, 400 рублей на этот крем, да? От нее будет скидка 50%, и этот крем мы можем взять по 200 рублей, да? Если применим этот купон. А в каталоге он у нас и так дешевле, так что ориентируемся на черные цены. Линейка «Зима» снова по акции. Вот этот крем мне очень понравился. Классный аромат, потрясающий. Гели для душа я вам 1000 раз уже рассказывала, на них долго останавливаться не будем. Этот елкой не пахнет, этот пахнет мандарином. Этот похож на какой-то аромат, по-моему, бьюти-кафе. В общем, мне они не понравились ни по своим свойствам, ни по своим запахам. А мыло, насколько я знаю, не было на складе, может быть, еще и появится. Линейка «No Snow», на которой неоднозначные отзывы. Мой отрицательный, я вам уже рассказывала, она не справляется своими функциями. А бальзамы никакие, не увлажняют, не питают. Но некоторые девочки писали, что им нравится. А некоторые согласны со мной. 3D-филлер для заполнения морщин из линейки Beauty Lab. Линейка это вся вообще потрясающая, моментального действия. Я до нее так и не дошла, но знаю, мне мои знакомые рассказывали, что она реально крутая. Вот смотрите, если хотим применить купон на Beauty Lab, здесь тоже невыгодно совершенно его будет применять. 3D-филлер идет по хорошей цене, 279 рублей. 65% скидка уже по каталогу. От черной цены, если 800 делим пополам, будет 400. Ну, невыгодно, крайне невыгодно. Не будем на этом останавливаться. Нет смысла тратить его и на сыворотку для лица антистресс. Линейка Асиул тоже. Смотрите, какие скидки. Можно взять витаминную сыворотку для лица за 500 рублей. Это действительно будет выгодно. Если бы не эта акция. У нас бонус за покупки. На покупку от 500 рублей сыворотка будет 499. То есть на 1 рубль даже выгоднее, чем мы взяли бы по купончику ее. Помада, губная помада Рената, 199 рублей. Здесь вообще скидка 70%. Я прям не знаю, растерялась. Может быть, взять какой-нибудь оттеночек. Нюдовый, конечно же, скорее всего, может быть яркий. Помаду хвалят, но говорят, что она чрезмерно питательная и может растекаться. А это как бы мне не очень нравится. Буду думать, может, возьму. Цена крайне привлекательная, дешевле я эту помаду не видела. Привлекательная цена на туши, если берем два любые продукта. Девчонки, не советую размениваться, хотя знаю, у этих тушей много любимчиков. На вот эти варианты возьмите лучше хорошую тушь, новинку из линейки Glam Team и радуйтесь просто. Ресницы ваши будут шикарные. Тени галактическое путешествие снова по акции. За такую цену советую взять их, девчонки, по купону. Если брать будет 150 рублей, разница небольшая. Мы будем искать максимальную выгоду от этих купончиков. Она обычно бывает на ароматы, если вдруг приспичило. Но опять же, смотрим, да, популярные ароматы у нас идут и так со скидкой 50 и более процентов. Да, 50. Кстати, вот этот аромат классный, но он на весну. Он на весну за 550, за 600 рублей вообще взять его сказочно. Я брала пробник, вот этот реально мне нравится. Не очень стойкий, но вкусный. Смотрите, 60% на ароматы, поэтому купоны тоже здесь невыгодно. А вот Варио давайте обсудим. Мне очень понравился вот этот эликсир, зелененький аквалифтинг. Сейчас им пользуюсь с огромным удовольствием. Действительно, отмечаю функции... да, аквалифтинга, он подтягивает кожу, есть за ним такой эффект, мне очень нравится, добавляю его в свой крем. Они у нас будут по каталогу 400 рублей, а если мы возьмем их по купону, то 275, да? Разница ощутимая. Я подумаю, может быть, использую, у меня купонов много, мне кажется, под 10 штук. Я хочу что-то из Варио себе взять. Девчонки, если кто брал крема, вот эти, напишите, пожалуйста, вот насколько они эффективны. Или это обычный крем, и нет смысла его брать, можно добавлять сыворотку в свои крема, да? Крема 500 рублей по каталогу. И 325 рублей, если будем брать по купону. Тоже так довольно ощутимая разница, да? И то же самое на крем для глаз, вокруг глаз. Поэтому на линейке Варио можно остановиться и можно применить купончики. Я давно хочу попробовать из линейки Beauty Lab вот эту масочку. Наверное, сюда купончик применю. Но я искренне надеюсь, что наши новинки Beauty Lab, не Beauty Lab, а Варио, будут на втором шаге оформления в разделе купончиков, да, кто не знает, оформляем заказ, потом переходим на второй шаг оформления в приложении или на сайте, где у нас всякие там акции, будет графа продукты по скидке 50% по этому купону, и там будет перечень продуктов, из которого мы выберем. Мы, к сожалению, пока не знаем, какой это будет перечень, но я надеюсь, что Варио там будет. Я хочу по купону взять вот эту маску Beauty Lab с древесным углем, слышала, девочки ее хвалили, значит, по каталогу 379, по купону она будет 250. То есть нормальная такая ощутимая разница, можно взять и попробовать. То же самое с кремом Blur. По каталогу 900 рублей, по купону 600. Кто давно хотел попробовать, можно применить. Линейка Weekend тоже будет крайне выгодно, если брать ее по купонам. Я обязательно возьму новинку крем для век. Наборчик у нас за 500 рублей крем для век и восстанавливающий крем для лица. Возможно, возьму и набором. Набор, конечно, купон не применишь никак, он будет 500 рублей. Но это действительно выгодно. Если брать один крем вокруг кожи, значит, по каталогу 300 рублей.
а по купону 200 рублей, то есть 100 рублей выгоды. Если нам очень хочется попробовать эмульсию, да, 329 рублей по каталогу, 225 рублей она будет стоить по купону. Но так, не сильно явная выгода. Мицеллярку, говорят, перевыпустили, она больше не дерет так кожу. Не знаю, девчонки, в новом объеме брать даже нет желания, не хочу. А выгодно, ну как, относительно выгодно будет восстанавливающий активный спрей, он мне очень нравится, я его использую, сбрызгиваю эмальгинатные масочки, если они подсыхают. 125 рублей по купону, 179 так. В клинике Axiology новинка, двухфазное средство для снятия суперстойкого макияжа с глаз. 220 рублей, хорошая цена, 150 мл. По купону будет она стоить 150 рублей, если новинки нам разрешат взять по купонам. Я уже видела обзор у ВИПов на это средство, и я не буду его брать, девчонки, потому что говорили девочки, что все-таки глаза пощипывает. Терпеть можно, но пощипывает. Я не хочу. Зачем мне такое средство? Я не люблю с глаз снимать продуктом, который вызывает дискомфорт. Клиничка Гардерика. Здесь у нас и так есть акция. Любые два крема для лица за 359 рублей каждый. А если мы применим купон, смотрите, 650 рублей. Черная цена, да, здесь белая в данном случае, пополам 325. Поэтому выгоды нет, лучше воспользоваться акцией каталожной. А если нам нужно уже какое-то средство вот из этих, я, кстати, пенку хочу попробовать, ее хвалят, то 500 рублей она по каталогу и 325 рублей она будет по купончику. Довольно выгодно. Что касается линейки Эксперт с ретинолом и коллагеном, здесь некоторые продукты выгодно брать. Активную сыворотку для лица не очень, на нее и так 45% скидка. А вот крем, активный крем против морщин, можно взять за 400 рублей вместо 600 по каталогу. За 400 рублей можно взять и массажер. И крем для лица и шеи, круговая пластика, можно взять за 450 вместо 700. Но вы знаете, на них бывают акции в каталоге и поинтереснее. Я подумала, конечно, потому что вот эта линейка действительно достойна. Ну, не баловство какой-то Axiology, да, а работающие продукты. Кожа за 30, я думаю, нужно присмотреться именно к таким. Если со мной девчонки советуются, что им взять, я обязательно советую им именно вот эту линейку. Смотрите, любой продукт со скидкой 60%. Здесь купоны уже нам как бы невыгодно совершенно. Каталожная цена гораздо интереснее. Хочу взять, девчонки, очищающий мусс для лица с энзимами. Вот прям хочу. Очень интересно мне. Возможно, возьму ночной лосьон с ахокислотами. Пилинг АБЦ. Здесь уже есть смысл применить купоны. Шаг А по каталогу 549 рублей. По купончику 350. Всего это прекрасная цена на шаг А. Шаг А — это, собственно говоря, сами кислоты. Шаг Б можно взять за 300 по купону. И красота. И будете в январе просто кожа ваша сиять здоровьем. Так, сыворотки. Сыворотки, ну, не очень выгодно, 99 рублей акция. А, Трирол гель. Неплохой, кстати, продукт, мне очень нравится, вот доиспользую его скоро. Он охлаждает, вот эти металлические шарики, они холодные, и слегка убирает отеки. Насчет синяков не знаю, потому что ими особенно не страдаю. За 350 рублей вместо 500 можно будет взять по купончику. Для тех, кто смотрит на эту щетку и хочет взять ее по купону за 600 рублей, не советую. В магазинах она стоит 300-400 рублей, абсолютно такая же. Для любителей линейки ICOL будет выгодно применить купон именно на эти средства. Гидрофильное масло за 400 рублей вместо 600 можно взять. Нежную пенку для умывания за 325 вместо 500. А тоник, ну, у нас и так с нормальной скидкой, 99 рублей, не такая большая выгода. Гель-скатка. Очень, девчонки, советую вам попробовать этот продукт. Она великолепная, действительно, мне очень она понравилась. Наверное, из всей линейки ICOL это самый достойный продукт. Это пилинг, который содержит в себе кислоты, плюс мицеллярный скраб, два в одном, да, там есть мелкие частички, которые хорошо отшелушивают, полируют кожу, и в то же время это скаточка. Можно взять будет по купону за 325 рублей вместо 500. Я подумаю, может быть, возьму себе второй в запас, потому что, ну, нереально крутой продукт. Также и все остальные средства у нас в каталоге из линейки ICOL идут без скидки, поэтому можно по купончику приобрести любой из продуктов. Допустим, гель-трансформер взять за 500 вместо 800 и так далее. Любой из этих продуктов будет выгодно брать по купону. Линейка Эксперт с красным крестиком. Космецевтика наша, да, сейчас, девчонки, в активном использовании у меня сос-очищающая пудра для умывания. Что я хочу сказать? Нет такого эффекта вау, который был у меня вот от этой масочки 2 в 1. 370 рублей черная цена за 100... Так, 150-185 рублей можно будет взять вот эту маску, от которой я видела прям крутой эффект. Поры суживались, становились менее заметными, они были вычищены, высветлены. Ну, в общем, потрясающий продукт. Но, девчонки, у нас есть эта маска, и в Фаберли-клубе, насколько я знаю, ее можно взять и за рубль. Поэтому здесь смотрите, как кому удобней. Любое средство за 99 рублей. Девчонки, у меня остался в запасе всего лишь один бальзам для ног, гладкие пяточки, поэтому буду брать обязательно себе в запас еще один или парочку «Люблю».
В линейке Superfood не очень выгодно применять купончики, да, 270 рублей черная цена, пополам это у нас 135, а так 199, поэтому выгода будет неощутимой. А, у меня заканчивается вот такой смузи для душа с ананасиком, очень приятный продукт, интересный, приятный, запаха на коже не оставляет, но при использовании прям ароматненько. Вот эти линейки я уже как-то не люблю, знаете, отхожу от них, мне сейчас нравится более профессиональный уход. Ну, крем, мыло, гель мыло взять, ну и то как-то, я не знаю, не люблю я, отхожу от этих продуктов. Вот эта серия тоже мне не нравится ни о чем. Буду брать, наверное, гигиенические прокладки в который раз. И заканчивается у меня средство для интимной гигиены. И в этом каталоге по акции МУЗ будет. Можно взять и само средство. Оно будет по 150 рублей по купону и 229 без купона. Посмотрю, когда буду в процессе оформления заказа создавать корзину, посмотрю. Девчонки, если вам, кстати, интересно, могу вам снять и процесс оформления заказа. Я буду делать это в первый день действия каталога. И посмотрим вместе с вами на втором шаге, что у нас там по купончикам дадут взять. Если интересно, пишите в комментариях, сниму вам и такое видео. А мусс будет по хорошей цене, довольно выгодно его брать и по каталогу. В принципе, нет смысла сюда применять нам купончик. Так, новинка еще у нас. Зубная нить с мятным вкусом. Ее перевыпустили, видела тоже обзор. Говорят, нить стала более плотная, более мятный привкус у нее и не так рвется. Но у меня зубные нити есть пока в запасе, брать новинку не буду. Выгодно, кстати, по купончику будет взять ополаскиватель для полости рта. Я его еще ни разу конкретно этот не брала, да. А за 150 рублей можно будет взять по купону. Девочки писали, что полоскают им горло даже когда сезон простуд, когда болеют. То есть оно вот реально помогает еще и при всяких простудных заболеваниях. Девчонки, хочу взять, наверное, краску все-таки салонке теперь протестить. 229 цена по каталогу, 150 по купону. Кто брал, девчонки, расскажите, там хватит одного флакона на волосы средней длины, ну, моей, кто знает, да, по плечи? Или придется все-таки два брать? Не знаю, хочу поиграться с цветами, с оттеночками. Мне нравится вот этот капучино очень сильно. Какой-то еще я для себя здесь отмечала. Вот 6,35 шоколадный мусс, подумаю. Хочу взять краску за 150 рублей. Очень выгодно. Так, в моей любимой линейке Salon Care. Маска у нас и так идет со скидкой 40%, смысла нет. А шампунь и бальзам можно взять за 200 по купону. 300 рублей по каталогу, по купону будет 200. То же самое, в принципе, и с линеечкой ценные масла. Смотрите, компания нам сделала очень удобную подборочку. В зависимости от типа волос мы можем подобрать себе средства. Здесь в основном не смывашки. И мой любимый шампунь для глубокого очищения. Шампунь-скраб. Сейчас вот его тоже добиваю. Классный продукт. За 199 рублей есть смысл взять. Вот эту масочку не пробовала, но слышала, что многие ее хвалят для возрастных волос и говорят, что она действительно крутая. Может быть, за 149 рублей тоже возьму, попробую. Эликсир для волос с маслом амлы неплохой. Мне девочки его советовали, когда у меня была такая повышенная пушистость волос. И, в принципе, он нормальный. Нормальный, но чудес никаких не производит. Как и многие другие средства, хорошо увлажняет волосики за 239 рублей, его тоже можно взять попробовать. Снова в каталоге нет моей любимой масочки из линейки Faberlic Expert, разогревающей для, как бы, повышения густоты волос тоже вообще. Да, спрей у меня такой есть, не знаю, как-то к нему рука не тянется. Маска разогревающая классная. Может быть, по купончику дадут нам ее взять, она будет там, посмотрим. Уже какой каталог, девчонки, ее не вижу. Детские средства. Ну, тут тоже хорошие скидки. 270 рублей для купания младенцев, 199 по каталогу и 135 так. Поэтому выгода не особенная. Хотя я очень люблю вот эту серию, вот эту линейку. Долго брала для подмывания средства. Очень деликатная, классная, вообще просто супер. Здесь в детской линейке тоже постоянные скидки. Буду брать две пасты за 65 рублей в запас. Мы их очень любим. Вот ароматы, допустим. Кому приспичило бьюти-кафе? 1000 по каталогу и 800 рублей можно будет взять по купону. Но они бывают и дешевле, поэтому тоже смысла не вижу. Рената. 2000 по каталогу и 1250 по купону. Вот это выгодно, кто любит. Виолет, кстати, классный аромат, но больше молодежный. Юдашкин. То же самое. 2000 по каталогу, 1250 по купончику. Кому очень хочется попробовать, можно и сюда применить свой купон. Вот эти водички очень люблю. Девчонки, кто не пробовал, ищет свои ароматы Faberlic, всегда их советую. Мне нравится прям и одна, и вторая, особенно вот эта вот оранжевая. Они потрясающие. По купону за 600 рублей. Они бывают и так по 599 рублей, поэтому как бы, ну, не вижу смысла переплачивать. Можно дождаться каталожной акции. Если нам компания позволит выбрать по купонам линеечку Glam Team, будет, конечно, потрясающе. Эту тушь можно будет взять за 250 рублей. Ничего не могу о ней сказать, потому что запала на эту. Тоже ее можно будет взять за 250 рублей по купону. Может, и сюда его я применю и возьму ее в запас, потому что никакую другую даже пробовать, честно говоря, не хочется. Кто хотел такую палетку, если нам компания, опять же, позволит, ее можно будет взять за 750 рублей, да.
вместо 1000 за 750. Но мне кажется, и 750 для этой палетки дорого. На акциях подобного качества, Магнит Косметик и так далее, можно взять неплохую палетку гораздо дешевле. Помаду вот эту великолепную можно будет взять за 250 рублей. У меня есть оттеночек... Так, я вам сейчас принесу, покажу. Девочки у меня просили сводчи еще раз продублировать. Так, у меня, девчонки, оттенок 406-17. Вот. Вот он в каталоге. Вот так он смотрится. И сама помадка, смотрите. Она холоднее, чем в каталоге. Не совпадают цвета. Разница такая ощутимая. Видите? Не совпадают, сильно не совпадают. Сейчас на сводчи покажу. Но я рада, кстати, что не совпадают, что она более холодная. Мне это нравится. У нее довольно плотное покрытие, она сатиновая и немножечко потом впитывается в губы. И очень похож по текстуре на полуматовую губную помаду овация становится. Вот так вам сделаю, чтобы было видно хорошо. Фокус. Вот. Вот такой оттеночек. Она очень мягкая, она не растекается, она не подчеркивает шелушение. В общем, потрясающая разница с каталогом есть и на руке. В каталоге более теплый оттенок, уходящий, знаете, в такой бордо. А на самом деле он холодней. Вот так. Так, поехали дальше. А, тушь вам принесла тоже заодно показать, если кто-то выбирает. Смотрите, какая кисточка. Продукта набирает много, так, фокус, вот. Продукта набирает много, прокрашивает классно. В общем, я люблю эту тушь, девчонки. Она потрясающая. Уже в использовании сколько она у меня? Почти 3 недели, да? И она не думает даже засыхать. Даже не думает. Так, поехали дальше. Матовая губная помада. У меня тоже есть один оттеночек. Я вам уже его много раз показывала. Коричнево-бордовый, вот это, да, было тоже. Нет, совпадение было, действительно было. Он вот такой, как здесь нарисован. Тоже за 250 рублей можно будет взять по купону. То есть получается у нас 80 рублей выгода. Блески 100 рублей выгода, да? 300 рублей, либо за 200 рублей. У меня какой? Нежно-персиковый, да, классный цвет. Но пока больше брать не хочу, мне хватит. Довольно выгодно будет взять пудру для лица за 500 рублей по купону от черной цены, да, она так стоит 1000, по каталогу 700. Потому что на эту акцию новинки, на эти новинки что-то акции не предвидится, я смотрю, ни в одном каталоге таких вот прям вкусных акций нет. То же самое с тональной сывороткой для лица, 700 рублей по каталогу, и за 500 рублей можно будет взять по купону. Я смотрела обзор на эти средства, они дают сияние, они дают свечение, и я думаю, что хорошо подойдут сухой коже, я не хочу их брать. Что касается вот этой палетки, ее можно будет взять за 1000 вместо 1500, которые нам предлагают в каталоге. Но я еще раз повторю, что гораздо выгоднее взять трехцветную палеточку в Faberlic Club за рубль. А именно вот эту. В каталоге на нее нормальная цена. Не очень выгодно будет брать ее по купону. По купону будет 300, без купона 359. Поэтому как бы смотрите сами. Вот хотела посмотреть по поводу кисти. Очень хочу попробовать протестировать кисть нашу для тональника. Сейчас мы ее найдем. Кисти, в принципе, тоже ничего. 300 рублей по каталогу и за 200 можно взять по купончику. Если, опять же, они будут нам предложены. Да, у меня есть вот такая кисть. Я хочу еще вот эту и вот эту. А это у нас 249 рублей кисть для румян. Вот она. Да, моя. А это тоже 299, ее можно будет взять за 200. Что касается концентратов, здесь тоже можно посмотреть, полазить, что вам нравится, что вы хотите пропить. Я сейчас пью омегу, смотрите, ее по купону можно будет взять за 350, канзи можно будет взять за 750, получается даже за 650, да, за 650. И бьюти-комплексы можно будет взять за 400, но я видела их в распродажах и за 300 с чем-то. А я пропивала вот этот розовенький, знаете, ну что сказать, составы у них хорошие, а вот так, видимо, эффект же его не очень видно. Доброген можно будет взять за 1000 вместо 1500. Тут как бы нужно смотреть, ориентироваться на то, что вам нужно. Концентраты некоторые брать довольно выгодно, да. Вот эти все три я пила, не скажу, что творят чудеса, но тем, кто страдает, скажем так, нерегулярным очищением кишечника, вот этот концентрат будет очень полезен. У меня таких проблем не было, поэтому я сильных результатов не заметила, но пропивала их все три на момент своего марафона для похудения. За 300 рублей можно взять очищение, за 400 ускорение, за 300 контроль. Ну, контроль все равно, девчонки, не скажу. Если захочется жрать на ночь, никакой контроль не поможет. Тут у нас новинка. Напиток концентрированный, сухой, порошкообразный, формула молодость. Аж 1000 рублей он будет стоить, и за 650, если нам разрешат, можно будет взять по купонам. Не знаю, не хочу пока я эту формулу молодости, подожду отзывы. Гипполайт пропивала, изжога у меня была. Пропивала это желе, там 20 таких стиков, и в них желе, выдавливаешь, натощак пьешь. Не спасал он меня от изжоги, кратковременный очень эффект, да, может уже к вечеру она опять появится. И если закончил пить, то дней на 5 хватает, дней через 5 опять изжога появляется. То же самое и алоэ. Очень кратковременный эффект, это надо пить постоянно, я не знаю, хотя я пропивала курсы того и того препарата, но что-то как-то вот никак. Для поклонников подушек и сидений из гречневой лузги, если нам разрешат тоже брать по купону, то они будут 500 рублей, да, а это средство 750. Надо смотреть, девчонки, что нам даст выбрать компания, да.
Средства для дома практически ни одно никогда не выгодно брать, потому что они и так у нас в каталогах различные варианты всегда по акции. 300 рублей черная цена, за 150 можете взять кондиционер, а он и так 159. Поэтому средства для дома невыгодно абсолютно. Даже что касается порошка, смотрите, 279 он у нас так стоит, а по купончику будет 225. Невыгодно, нет, здесь в средствах для дома нигде нет ощутимой выгоды. И так хорошие акции. Ну, отбеливатель, он тоже бывает по акции за 279. Но сейчас, в данный момент, его можно взять за 250 рублей по купончику. Вот. Средства для мытья посуды тоже, они еще дешевле, чем по купону. Поэтому смысла нет. Доску за 600 можно взять. И давно на нее смотрю, девчонки. И вот хочу. Она была в какой-то распродаже, прям хотела заказать и не заказала. А сейчас вот сижу и думаю, ну раз уже полгода хочу, наверное, надо приобретать. За 600 рублей, если дадут, взять по купону можно. Вот этот пакетик тоже интересный для запекания, да? 299 всего он будет стоить. Это такая цена-то смешная, скажем так. Мыло тоже по купону невыгодно. Ничего для дома невыгодно, девчонки, по купону. Совершенно невыгодно. Только из этих товаров, которые не участвуют в акции, но зачем они нам нужны, собственно говоря. Одежду тоже компания позволит, не позволит, а так водолазочку можно было за 500 рублей бы взять. Водолазка лишней, кстати, не бывает, девчонки. А вот эту за 600 можно было взять, рельефную, да? Одежду другую я больше не рассматриваю, только вот водолазочки мне, в принципе, в этом каталоге нравятся. Так, ну и все, что тут у нас вкусненького в конце, давайте посмотрим. Мыло твердое я не пользуюсь, девчонки. Так, малышки за 199. Так, маски за 69, мне они не нравятся ни по эффекту, ни по лекалу. Обратите внимание, не ведитесь на цену, 69 рублей. Я как-то взяла, не посмотрев на объем, 100 миллилитров. Он вот такой, девчонки, он маленький, мы с собой его на юг брали, удобно. А, дезодорант, антипреспирант, вот этот хороший, я мужу часто беру, за 139 рублей можно взять. Так, линейка СПА. У меня была восстанавливающая маска для лица «Секрет Клеопатра». Вот это вот, да. Глиняная маска с какой-то масляной еще субстанцией. Внутри ничего сказать про нее не могу. Ни плохого, ни хорошего. Сейчас пользуюсь массажным маслом Дары Мая. Классная, кстати, на него цена. Хотя здесь всего 100 мл, тоже маленькая. Но мне очень нравится. Действительно, от кожи потом пахнет шоколадом. И это действительно масло на зиму. Подпитать свою кожу. Выходите из душа мокрая, да, не вытирайтесь полотенцем. И сверху разбрызгиваете, распределять по своей коже вот это масло. Супер эффект. Если еще перед этим скрабом. Так, дезодоранты. Любые 2 за 85 рублей. Буду брать. Мне нравится вот этот. А может, комфорт льна возьму попробовать, и весенний букет. Весенний букет сейчас не хочется. Комфорт льна и вот этот за 85 рублей парочку у меня закончились. Так, для ног я не люблю вот эту серию совершенно. Каялы. Карандаш для бровей, щеточка у меня вот такой есть, мне не понравился, он плешивит. Карандаш для губ потрясающий, у меня есть, по-моему, вот в этом же оттенке, который представлен здесь. Вот этот у меня, да, 431, я часто им подвожу губы, вы знаете, он универсальный. Классно, смотрится шикарно очень. А вот каял для глаз у меня есть... коричневый, возможно, это кофейное счастье. У меня девочки в последнем видео спрашивали, что за карандаш. Это каял. Вот, девчонки, они будут у нас по 109 рублей. Хорошая цена. Это очень мягкий карандаш, который не плешивит. Можно подводить и брови, и глаза, и даже губы. У него потрясающая текстура. Он мягкий, но в то же время стойкий. Поэтому вот такие каялы советую вам к ним присмотреться. Бальзамы больше эти не беру. Не вижу от них питания. Даже за 59 рублей не хочу. Мне кажется, у меня от них еще больше сохнут губы. Смотрите, нам водостойкую летнюю линеечку возвращают здесь у нас. Что? Тени и тушь водостойкая. Кому нужно, пожалуйста. Помадки по акциям. Здесь у нас миллион переливов. Сатиновая губная помада «Сияние в цвете». Так, матовая губная помада «Первая леди», классная, люблю, есть. Полуматовая «Овация», обожаю. И мой любимый оттенок будет в распродаже, лиловый твит. Часто вы видите у меня на губах, тоже задавали про него вопросы. Шикарное покрытие, разглаживает губы, вообще просто супер. Вот это моя самая любимая помада «Фаберлик», и сейчас уже вот, ну, они похожи по текстуре вместе с вот этой, они у меня в фаворитах. И сыворотка «Роскошный поцелуй». Тоже очень достойная помада. У меня такая была, я ее кому-то подарила. И новинка, девчонки, помада для губ Marvel Shine. Я уже смотрела обзор на все эти оттенки. И что могу сказать, новинку я брать не буду. Флакон, сказали, старый, по-моему, от помады «Модельер цвета». Но текстура вроде не такая, как была. Полупрозрачные помадки. Очень кремовые, очень питательные. Некоторые оттенки говорили, светлая сухость подчеркивают, несмотря ни на что. Некоторые оттеночки, особенно нюдовые, очень странные. Смотрите, вот этот оттенок называется нюдовый. Он жутко ярко смотрится на губах. Я его видела, он очень яркий, но называется нюдовый. Бонус за покупку по 149 рублей эти будут помады. Полупрозрачные, быстро стираются. Кремовые, да, сатиновые такие вот. Они блестящие, блестящие, вроде не растекаются, говорили девчонки. Вроде они не растекаются. Но мне такая помада, честно говоря, не нужна. Я брать не буду. И подарок за регистрацию у нас будут хорошие средства для дома. Моя любимая для духовок и пыли, для ванной потрясающая. И концентрированное средство универсальное, которое можно
можно мыть и полы, и все на свете. И вот такая вот новиночка каталога номер 2. Я так подозреваю, что это варежка у нас, да? Класс. Интересно, из микрофибры. Ей можно ходить и протирать вот так везде. Наверное, это удобно, девчонки. Наверное. Кто еще не зарегистрирован, ссылочка всегда у меня под видео. Проходите, регистрируйтесь, покупайте для себя, для своих любимых и близких. Каталог на самом деле интересен. Интересен тем, что можно поиграться с этими купончиками, повыбирать. Если отснять вам видео в процессе оформления, как будем применять купоны, пишите, обязательно отсниму. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем отличного новогоднего настроения. Пока-пока.